Главный признак того, что курортный сезон вот-вот начнется. Зимней консервации на центральную клумбу вернулась гигантская агава. Для ее установки понадобился спецкран. Вес растения более тонны. А на протяжении всей улицы Крымская озеленители приступили к самому глобальному проекту. В ближайшие два дня специалистам нужно высадить более 10 тысяч саженцев цветов, которые станут главным украшением центральной улицы. Уже второй год, как на улице Крымской у нас появились цветочные змейки. В этом году здесь мы высадим помимо привычных петуний цинерарии, сальвию, табак, портулак, бархатцы. Растений будет очень много, они все будут разнообразные, разного оттенка и цвести будут все лето. Огромную помощь в благоустройстве города оказывают и представители малого бизнеса. На набережной сразу три предпринимателя объединили свои усилия и собственными силами начали облагораживать не только землю, закрепленную за их предприятиями, но и помогать Анапе на муниципальных территориях. Невооруженным взглядом видно, где свой неоценимый вклад внесли добровольные помощники города. Тротуарная плитка отмыта до бела, деревья кронированы, высажены цветы. Эдисон Ионидис, Виктор Рожков и руководство парк-отеля вместе с сотрудниками своих предприятий, поварами, официантами, горничными и охранниками навели полный порядок более чем на 8 гектарах центрального парка и набережной. Директор парк-отеля – это женщина. Она наравне с мужчинами показывала свои труды, что чисто вышли все работники, охранники, уборщики, директора, все помогали, все работали здесь. И хотим, чтобы все-таки предприниматели города взяли пример с нас. Мы не просто так делаем, мы показываем, что надо делать. И на этом пока первоочередная очистка, это просто мелочь. Вот сейчас надо думать и руководству города, и главы, и нам, как его красиво украсить здесь, потому что это исторические места. Но, пожалуй, самой большой мечтой коммерсантов остается возрождение популярного памятника Орлу, который расположен за парк-отелем. Некогда известное место постепенно пришло в упадок. Сегодня же эта стелла полностью очищена от мусора, травы и кустарников. Обеспечен свободный доступ к одному из исторических мест курорта. В будущем предприниматели совместно с администрацией города собираются разбить здесь зеленую зону отдыха, которая станет одним из самых посещаемых туристами мест и украсит центральную часть городского парка.